Здравствуй, зритель! Надоели РП-сервера? И просто хочешь приятно провести время? То тебе к нам, на Crystal Servers. Ты сможешь найти сервер себе по вкусу. На наших серверах присутствует множество элементов RPG-TDM. Объединяйся, рейд, грабь, фарми. Вся информация в описании. Приятного просмотра. Ребят, привет всем. Достаточно некультурно с моей стороны уже какой ролик подряд с вами не разговаривать в начале видео. Это вроде бы была моя традиция. Я каждый раз на минуту затягивал приветствие, что-то рассказывал из своих последних новостей, говорил про ТГ-канал, ну а потом это почему-то ушло. Просто мне показалось, что вам не нужно такое долгое рассусоливание в начале ролика, потому что их будет куча еще в течение всего видео. Если вам это нужно и интересно, то напишите в комменты, я продолжу, как и раньше, составлять тексты для вступления, чтобы оно было более-менее красивым. Если не нужно, тоже в комментариях напишите, тогда обойдемся просто одним из моих интро, подходящим под тематику ролика. Чем больше доната, тем меньше знаний и правил. Это девиз почти всего Dark RP сегмента. А если быть точнее, той прослойки крестьян, которые попадают ко мне в видео. Проходит время, но идиоты на донат-привилегиях никуда не деваются. А челы, которые ими злоупотребляют, тем более. В сегодняшнем видео я подготовил для вас как игру за РП, проф и админ разборки, так и парочку небольших трюков, которыми можно забайтить любого супостата на нарушение. Используйте их, главное, с умом, а не на каждого встречного. Вот он. Байтер, пацаны, байтер. Байтер, байтер. Привет. Пока. Будьте вежливыми, ребят, пожалуйста. Общайтесь без мата. Что делать, если человек ходит за вами? Слабо погавкать, собака. Не знаю. Не ходи. Гош. Биби. Собака. О, все, уже не надо. ФБР. Еще как дробовик, как в постеле. ФБР, у вас тут кто-то между ног торчит. Чего? Мне кажется, это не совсем адекватный полицейский. Вы что-то... Бан, нацать. Слабенькое такое нарушение, но РП. Да? А теперь скажи мне, зачем ты меня забанил? Пошел нахуй. Сука. Оказывается, на некоторых серваках достаточно просто поставить какой-нибудь проб, например, камеру, чтобы забайтить обезьяну на то, чтобы она начала что-то ломать. Ну а я, как обычно, покажу наглядно, как это происходит. Мне нужна камера. Ну, на РП уже есть. Пошли кого-то зарейдим. Мне хочется кого-то зарейдить. Ну, не знаю, кого-то зарейдить. А зарейдите меня, меня. Нет, пошли. Дебил, давай, давай, давай. Меня зарейдите. Давай, давай. Подождите, ну на РП? Сейчас они рейдить его будут. Сейчас, я поломаю нахуй ему рейд. Долбоебу. Бан. 60. Поебашится он мне дома или что? Он молча, бля, пришел ко мне домой ебашиться. Че за... Че за хуйня? Убийство. Коробка. Ролан. Коробка, долбоеб. Шестьдесят минут за нон-РП и за фрикил.
Короче, 90, полтора часа. Прикол. Сейчас выключили. Давай. Ты еще упасть должен был, гений. Ты что, РП падение отыгрывает, я совсем ебанутый. Ой, РП, иди отсюда нахуй, блядь. Сиди, сиди. Че он дерется? Иди нахуй отсюда сам. Так, я тебе половник в задницу засуну, сучара. Я тебе сковородку. Заткнись блядь, нахуй, сволочь, блядь, в колпачке. Заткнись, сам сволочь в колпачке, я тебе еще раз говорю. У тебя язычка просто крови столько полилось. Я тебе половник в задницу засуну, сучара. В квартире на ковре. Я тебя приехал бы, блядь. Долбоеб. Бля. Тебе типа кадык вырвали, да? Поэтому ты так говоришь. Хочешь, я тебе хочешь яйца вырву, ты еще лучше говорить станешь. Ну слушай, это в принципе неплохая идея. Была бы неплохая, если бы они у тебя были. Мэр, можешь объявить комендантский час? А по какой причине? А, проверка на нелегал. Хорошо. Давай, ждем. Пойдем. Пойдем, мне еще нужен один человек. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. Вы не дома во время комендантского часа. Не буду я с ними рассусоливать, я буду просто их наказывать. Встаньте лицом к стене, проверка на нелегал объявлена. Вы не дома во время комчаса. Так, ладно, следующее. Ковбойка какое-то говно, а не оружие на самом деле. Стоит дохуя, толку нихуя, абсолютно. Нету никакого толка. Если катана еще прикольная штука, она шотает почти любого дурачка. У вас ковбойка нет. Мне кажется, кстати, катану пофиксили после пары моих роликов. Помогите, меня грабят. Ребят, он уже попадается в роликах достаточно часто, и он каждый раз, когда я захожу, он берет палец чуть ли не всему серваку, что я снимаю видео. И между тем, он преследует меня, чтобы попасть в ролик, ограбить меня, убить, ну и все такое. И это прямой байт на то, чтобы я пришел. Я бы еще понял, если бы его взял в заложники, к примеру, какой-нибудь абсолютно левый челик, что маловероятно, но это делает его друг. И они это делают друг с другом по очереди, чтобы я пришел и меня убили. Они оба играют за бандитов. И у них у обоих один и тот же клан тег, то есть они друг друга знают. Да и в свободное время они постоянно бегают друг с другом, поэтому это будет нарушение правила нон-РП. А что это за пиздец? Почему он один против троих? Помогите, грабят. Вот мне интересно. Стой, не иди! А, понял. Заложника убили. Да, бедняжка, твоего заложника убили, конечно же, заложника. У меня под роликами на Гамбите частенько вы можете заметить комментарий от человека, который занимается администрированием. Он следит за администрацией донатной, наборной, и если что, он видит нарушение каких-то челиков у меня в ролике, он пишет о том, что какой-то админ снят или же получил выговор. Прикол то, что челик с ником Янка у меня попадает почти в каждый ролик, нарушает по 2-3 правила, бывает даже себя не совсем адекватно ведет, мешает разборкам, нарушает РП правила и так далее. И у меня вопрос без всяких претензий ответственному за администрирование. Сколько ему еще раз нужно нарушить и попасть в видео с нарушениями, чтобы его сняли? Так у вас НРП у обоих. Как вы, блядь, друг с другом... Как вы можете друг друга, блядь, брать в заложники всего с одного клана? Да. Объясняю на пальцах. Они решили сделать типа РПшку, но я на правах настоящего начальника полиции могу запросить документы у человека, который им притворяется. Поскольку начальник может быть всего лишь один, я уже знаю то, что это не настоящий начальник, а просто фальшивка. Тут уже не нужны никакие отыгровки, ми, ролл и так далее, потому что если вы единственный начальник полиции, который
брал профессию через F4, а не через маскировку, то тут уже и так все ясно. Я его последний раз видел вас за путинской. Встаньте лицом к стене, предъявите документы свои. Хорошо, хорошо. Вот. Предъявил вот. Паспорт. Код паспорта, решетка 6000. Нет, 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 мы не закончили, остановитесь. К стене лицом. А кто из вас настоящий? Я тут настоящий. Код паспорта не настоящий. Я единственный начальник полиции, у меня форма в единственном виде. Нон-РП. А кто это был? Это был не настоящий начальник полиции. Опа, разыскивается победа стены. К стене лицом. Ой, я ж вас знаю. К стене раз, два. Можно тут стоять? Все. Ой, да все. Прости. Он не стал лицом к стене. Я сказал к стене, а это был забор. Вот вы хотели, чтобы я пожестче доебался? Буду пожестче доебался. А теперь его можно забанить. Вот ему, ну, не заебалось нарушать, чтобы попасть в видео. Это разве так делает донатный создатель? И у друга твоего долбоеба тоже. Номер Б. Бан. 60. Вот у меня в роликах этот долбоёб постоянно нарушает правила. Я вижу иногда, мне в комментариях пишет ответственный по админсоставу, по донатным, по недонатным и так далее. Этот молодой человек нас грабил, мы с моим другом скинтились, его смогли связать, у него оружие и наркотики. Этот человек меня ограбил. А, ну, я его связала, оставляю вам. Решайте сами, что с ним делать, но деньги он мне, в принципе, вернул. Сука, так и было? Нас двоих лицом поставил к стене. Так и было? Да, было, Роза, твой дура. Ты чё, блядь? ручной долбоёб. Пойдём, буду тебя воспитывать, долбоёб. Скажи что-нибудь. Будешь развязываться, я тебя пристрелю нахуй на месте. Молодец. А ну, чавкни что-нибудь еще. Научился разговаривать на немецком. Дурочка, рот закрой. А то что? Что ты сделаешь? Развяжешься? Ничего не сделаю. Потому что ты лошара, только можешь меня за веревочку. Новый зонок. Чё делаете? Чё делаете? Алло, два на... А вот это, судя по клану, их обиженный долбоёб-соклановец на то, что их забанили. Совсем недавно этому животному выдали гак, потому что он начал оскорблять на фоне того, что я их начал банить. И он решил нарушить правила, а именно действовать за маньяка в таком месте, где находится куча разных людей. После нарушений правил маньяка он решил еще и посотрудничать с бандитом, что ему тоже запрещено. Посотрудничать как? Ну, взять, пощадить, отпустить. И у него, ребята, к вашему удивлению, тоже есть админка. Вот как раз наглядный пример, почему я против того, чтобы в кланах было слишком много администраторов. Потому что чем больше администраторов в каком-то одном клане находится, тем больше остальные игроки этого клана начинают хуеть и нарушать правила. Надеясь на то, что их друзья, администраторы, их прикроют. Видишь, мой жерок топорный? Бомжара безмолвный. Развязывай. Кто-то утопился. Спасибо. Подожди, я дам вам кое-что. Ага. Маньяк. А сейчас, ребят, внимание, я должен буду вам передать этот вайб, который я испытал, когда меня начал пытать маньяк ПРП на сервере DarkRP. Я парень не из пугливых, но то, что будет происходить следующие несколько секунд, меня заставило выложить целую кирпичную стену прямо у себя дома. Попробую передать вам этот вайб скорой кончины через аудиоряд.
Boy, next, boy, next door. That's good. Ебать, ты писать хотя бы научись. Неграмотная обезьяна, блядь. Вены ныли. Лосок, 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 лосок. Окей. ТП к себе. Здорово, маньяк. Че, у тебя гагаш нету, че ты уже не разговариваешь? О, а че за оскорбление? Так, ладно, значит, уже оскорбление у тебя есть. А, да, 20.2. Он меня связал в месте, где находится больше, чем два человека. Потом еще, считай, как сотрудничал. Короче, он меня связал в месте, где больше двух человек находится, абсолютно левых. Плюсом там был еще какой-то гос, помимо меня. А затем он, считай, как посотрудничал с бандитом, которого он взял, отпустил, хотя он вроде бы должен был его убить, тот был свидетелем того, что меня связали. И дальше он все-таки меня уже отвел и добил. Сейчас я его тэпнул, он пишет: «Здорово, петух». Ну, мне его вообще запрещено объединяться с бандитами. Ну смотри, за оскорбление у него уже был гаг. Дальше уже как это идет? Увеличивается? Да. Не, это просто 600 секунд. Ага. Ну, значит, нон-РП у него будет. Значит, только нон-РП. Ну да. А, ну все, тогда удачи. Ну все, хорошей игры. Спасибо. Хреново получается то, что я не могу им настакать очень много нарушений. Если они нарушили несколько раз нон-РП в разных ситуациях, это не считается, мне уже об этом сказали. И поэтому придется выдавать только одинарный срок, а именно один раз нон-РП. Если он даже... Пусть он 10 раз нарушил нон-РП, у него будет все равно один срок. То есть там 30-60 минут на усмотрение. В таком случае стоит давать именно максимал. Встаньте лицом к стене, пожалуйста. Почему вы не дома во время комендантского часа? Комендантский час не обязует меня быть дома, по крайней мере, этот. Всего доброго. Стойте, стойте, постойте. Постойте. Лицом к стене встаньте, пожалуйста. На какой? Какая причина? Обыск. Всего доброго. Ничего не было найдено. Да, у него куча донатного оружия, но если он не достанет его, я не смогу это оружие увидеть. Такие правила. Да, ребят, я тоже очень хочу его посадить в тюрьму, но правила сервака мне не дают этого делать. Мне кажется, не херовая такая причина, чтобы... Мы все там перебили. Как я понял, то что в этом доме кого-то взяли и отправили на спавн. Когда я только-только подходил к нему, я слышал звуки выстрелов, а также звуки человека, которого отправили на спавн. И при входе я заметил то, что бабки выпали, а бабки выпадают с того, кого убивают. Будет очень наивно с моей стороны надеяться на то, что они просто меня послушаются и будут соблюдать фир РП, будучи вдвоем с оружием. Не просто. О, здравствуйте. Тут полицейский. Пошел нахуй, блядь. К стене лицом. К стене, я тебе сказал, лицом. Вы будете арестованы за покушение на убийство госслужащего. Идем гулять, собаки гулять. К стене лицом, раз, два. Убрал оружие. Он начал первый стрелять, он начал первый стрелять. Короче, что лошадь, он первый по мне стрелял. Стрельба вообще на месте. Фекалон вес ТП. Да, привет, Крипс, сейчас степнусь, давай. Привет. Сейчас погоди, я спук. Да, привет, ты забанил человека за фир РП только что. Да. А он за маньяка играл. У маньяка фир РП включается в том случае, если на него 3 и более людей направляют оружие. Он мне только что позвонил, пожаловался. А. Ну, раззванивал я. Дальше жалобу.
Ну ладно, тогда сейчас разбаню его. Я ж просто не вижу, что у него за маскировка. Я смотрю, гражданский. Он спокойно бегает, где я кидаю гранаты, где идет перестрелка, забегает туда. Ну я понял, да. Не совсем ролевое поведение, ну ладно. Да, он под маскировкой же, типа, и в банзолу. А, я понял, понял, все, сорян. Зачем оружие достал? Да. Гарри 10 икс, что за хуйня? Ай-яй-яй. Сейчас. Тэпнусь. А мне интересно, зачем меня, ну, привет. Привет. А почему привет. Понизил меня? Я не знал, что это значит. В смысле? Да я не знаю, просто первый раз на сервер зашел. У тебя 10 минут бана выходит за Freedom Mode. А, ну можно не банить, пожалуйста, можно на первый раз простить. Ну, я тебе даю предупреждение и пожалуйста. Бан на 10 минут. В следующий раз будет 4 часа. А можно, пожалуйста, мне предупреждение просто выдать? Я больше так не буду делать, я просто не знал. Пожалуйста. Пусть 10 минут посидит, правила почитает. Он только зашел, начал просто по приколу выкидывать разные команды. Ну, что это за пиздец? Офицер полиции. Ладно, стану офицером тогда. Что вы делаете вы здесь? Заходите, я боюсь. Встаньте лицом к стене, почему вы ходите на заднем дворе? Лицом к стене встаньте. А какой задний двор? Причем здесь задний двор? Где вы его пытаетесь зайти двор? Через парковку полицейского участка, это не главный вход. Лицом к стене, раз. Да, а как я туда два. Зайду? Как я туда зайду? Три. Что происходит? Долбоёб, убежать реально собрался. Прикол в том, что я не буду его в следующий раз, как встречу, ставить лицом к стене, потому что я уже понял, что это бесполезно. Он просто достанет катану и убежит. Для него первый обыск прошел бы более чем идеально, если бы он просто отыграл ФРРП, встал бы лицом к стене. Но теперь он не подчиняется полиции и достает оружие, чтобы убежать от нее. Я могу спокойно при встрече его убить. Вы сейчас, наверное, скажете, ну ты же должен был сначала его попробовать тазернуть. Но да, попробуйте тазернуть челика, который летает от вас со скоростью света на катане. Донат создатель. Я тебя, блядь, сквозь нахуй. Ай-яй-яй, вы чё, за что? Я не буду с ним рассусоливать, какого хуя, нет. Гражданский. Гражданский, остановитесь, пожалуйста. Остановитесь, гражданский. Блять, лицом к стене. Сука. Я остановился. Лицом к стене встаньте. Хату зашли. Осмотр. На каком основании? На основании того, что недавно был камчас. Лицом к стене, раз. Так он же недавно был. Два. Вы без комендантского часа не имеете меня права ставить. Три. Лицом к стене. Ну, как бы, нет, спасибо. Продолжи за мной движение, людей получишь. Ребят, кое-что для меня все же остается загадкой. Почему они, имея полный арсенал донатного оружия, которое не видно до тех пор, пока ты его не достанешь, отказываются просто отыграть обычную РПшку и вытягивают тебя на то, чтобы подеемиться друг с другом. Я говорю без капли преувеличения. Абсолютно каждый, кто сейчас попал ко мне в ролик в виде нарушителя или же чела, который не хочет отыгрывать РП, у каждого из них есть или же полный арсенал, или хотя бы половина донатного арсенала оружия. То есть формально ребята, которые сейчас попадают в ролик, они могли бы спокойно просто отыграть РПшку, стать лицом к стене, их обыскали бы и ни хрена бы не нашли, даже с учетом того, что у них полный арсенал доната. Потому что донат увидеть можно только в том случае, если они возьмут его непосредственно в руки. Если копнуть достаточно глубже вот подобную ситуацию, то можно выкрутить из челика нарушение правила нон-РП или же провокации. Объясню, в чем нон-РП. По дефолту нон-РП это не ролевое поведение. Игрок, у которого куча доната, но нету каких-то обычных оружий, он по факту ничего с собой не носит. Но умудряется вести себя так и провоцировать полицию на погоню, будто у него в кармане лежит боеголовка, которую не хочет никому палить. Причем достаточно странно заводить диалог с полицейским, рассуждать о том, за что тебя хотят поставить лицом к стене, вроде бы стать лицом к стене, достать внезапно катану, спровоцировать тем самым полицейского и убежать. Вот вам еще один микрогайд по тому, как выудить у челика нарушение. Ну, это применять лучше всего к конченным игрокам, как, например, вот этот вот. Я не выпусти, блядь. Понял. Эх, блядь, почему они такие тупые, нахуй? Спонсор.
ТП к себе. Привет, у тебя было нарушено правило фрикила. На основании чего? На основании того, что ты меня убил. Не было причин объективных это делать. Но ты за мной гнался с катаной. Предварительно убил человека какого-то в переулке. Но у тебя не было причин меня убивать. Я тебя предупредил, что если ты продолжишь... Предупреждать не в твоем положении вообще. Причем собираю кучу свидетелей. Я тебя предупредил, что если ты продолжишь за мной двигаться, я тебя убью. Предупреждать не в твоем положении, учитывая, что ты пробегаешь через кучу свидетелей. Плюс ты еще стал лицом к стене, начал отыгрывать, и потом ты тут же убежал. Это на НРП. Ты либо отыгрывай до конца, либо сразу убегай. У тебя получается бан за фрикил и за НРП будет. 1.5 часа бана. По факту это я угрожать должен. Комендантский час прошел недавно. Мне нужно будет вас просто осмотреть. Это обычная процедура рядовая. Вы свободны. Всего доброго. Вот вы думаете, я на всех донатеров кидаюсь. Ну вот я его обыскал, у него ничего нет. Он нормально, адекватно меня послушался. Ну, я уверен, у него есть катана. Он мог ее достать и убежать. Но он почему-то этого не сделал. Изенька, знаешь, Глашок, блин. Пососали, что ли, кого-то лошара? Встань лицом к стене. Лицом к стене, ты подозреваемый в убийстве. Да подожди! Хуя себе, подожди, блядь. Прикольный морф. Че ты бегаешь туда-сюда? Остановись, тебе сказал. Че, ебанулся совсем? Да ты вот оружие мне ничего не сделаешь, до сюда. Ты че? Не раз, два. Вот он, вот, блядь, люди, помогите. Да ты мне ничего не сделаешь без оружия. Офигеть. А чё ты открываешь-то огонь, придурочный, я достал же, вот. Лицом к стене, очки все, пол, лицом к стене. Делаем по-другому, снова. Почему они такие тупоголовые, блядь? Ему просто говоришь стоять, он начинает тупить, блядь. Ты как себе. Да подожди, у нас заруба, нахрен ты меня тэпаешь? У меня РПшка была, ну почему ты не удостоверился, то что РП? Какая у тебя может быть РПшка? Ну ты мудак, нет. Да ебало, закрой свою, ты. За степами стоял. Ебало, закрой свою, одна яйца. Да ты гнида вонючая, нахуй ты ко мне. Да, блядь, я гнида вонючая. Заткни ебало, деревенский болван без будущего. Заткни ебало, говорю, свое. У тебя нарушено правило ФРРП. Ебаната кусок колхозного. У тебя нарушено ФРРП. Колхозный, Алло, блядь, колхоз ты вонючий, я тебя еще раз спрашиваю, какого ты хрена меня тапаешь, блядь? Потому что могу, и потому что ты ебанат, который нарушил правила. Я буду с тобой теперь общаться так, как ты того заслуживаешь. Если ты криворукий, то это твои проблемы. Да, криворукий. У тебя помимо этого оскорбление администрации. Вот твои проблемы, то, что ты криворукий. Оскорбление администрации у тебя. Что ты там пукаешь? Оскорбление администрации. Ну и что ты мне от этого? Ты сколько раз меня оскорбил, ты, блядь, придурочный? Так ты сам на оскорбление перешел, ты бибизяна. Смотри, бибизяна ты, блядь. Ты сначала на маток меня тап. И начинаешь что-то выяснять. Я тебе говорю, да, что у меня да, РП, да. Ты спрашиваешь, какого у меня РП? Все. Ты обезьяна, баб... ни хера не понимаешь, что извини меня. У меня РПшка была, ну почему ты не удостоверился, то что РП? Какая у тебя может быть РПшка? Ну ты мудак, нет. Я тебе буду высказываться. ББ, мне похуй, что ты будешь высказывать. Блядь. Да мне похуй тоже на тебя, алё, блядь, чувак. Я сюда просто позову сейчас ассистента, тебя отымеют в очко, блядь, раза 3-4. У меня есть дымка, блядь, да, того, что да. Ты, во-первых, за администратора берешь меня так, блядь, без вопросов, да, во-вторых, да. За то, что удачи. Ты, блядь, с оскорблением ко мне относишься. Да-да, вот именно что мне удачи. 27,5. В том, что тебе выдали два варна, идиот. 60. Вот и все, на. 240. Что ты вот не сделаешь с этим оскорблением администрации? Ну, удиви меня. Че, мне как на 10 минут дашь? Как страшно, ужас, да? РП плюс 27,5. Все, пошел нахуй, свин ебаный.